Ну и в заключение нашей программы у нас есть такая супер-супер-супер юная джазовая вокалистка. Давайте встречайте Римму Ахмадуллину. Римма Ахмадуллина, спасибо большое. Большое спасибо не только тебе, но и маме Лиле Тагировой. Спасибо огромное всем тем, кто пришел сегодня к нам на этот праздник джазовой музыки. Ну и хочется сказать всем тем, кто впервые был на нашем событии, каждый четверг в 8 вечера здесь на этой сцене мастера не только джаза, любых стилей в прямом онлайн-эфире из любой точки мира можно смотреть, и можно смотреть также и нашего. Спасибо всем, до новых встреч. Я был бродячий музыкант, зарывший в землю свой талант. Имел я скверный инструмент, и каждый момент меня он сильно подводил. То он не строил, то ладил. К тому же одинок я был, и нет моих.